Сургут вновь принял ученых, педагогов и деятелей культуры. Сегодня здесь открылась российская научно-практическая конференция, посвященная этнокультурному многообразию Западной Сибири. Проходит она уже в 22-й раз в формате дискуссионных площадок. Ее цель остается неизменной – сохранение исторического наследия Югры. Кроме пленарных заседаний запланирован ряд круглых столов. Речь на них пойдет о таких темах, как формирование геокультурного бренда Югры и участие некоммерческих организаций в развитии культуры и образования. Тема привлекла специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках конференции презентуют фотовыставку «Славянский ход». С коллегами мы определенное направление выработаем, определенные задачи. Это и в образовании, это и в воспитании наших детей, подростков и молодежи. То есть, может быть, какие-то новые формы, может быть, какие-то новые проекты, те, которые будут сегодня транслироваться на территории Югры.